Всем привет на канале Tasty Food. Если вы хотите приготовить вкусный ужин на всю семью, я рекомендую, приготовьте гречку по-купечески. Просто пальчики оближите, а готовится она очень просто. Вот что мне понадобится для рецепта. Для этого блюда мне понадобится свиной фарш, гречка. Гречку я, конечно, предварительно помыл. Также мне понадобится морковь, репчатый лук, чеснок, томатный соус, растительное масло для жарки, а из специй я буду использовать соль, черный перец и молотую паприку. Приступаю. Лук нарезаю мелко. На сковородку наливаю подсолнечное масло, и лук нужно обжарить до прозрачности. Морковь нарезаю тонкими брусочками. К луку отправляю морковь и вместе с луком еще буду обжаривать около 10 минут. Морковь также подрумянилась, теперь самое время отправить мясной фарш. Фарш с морковью с луком я еще обжаривал 10 минут. Теперь самое время добавить специи. Специи добавляйте, которые вы любите. Я добавлю соль, черный перец и молотую паприку. После того, как размешал, отправляю томатный соус. После этого добавляю гречку. Гречку обязательно нужно промыть. И заливаю водой 1:2. Размешиваю, закрываю крышкой и буду тушить до готовности гречки. Гречка практически приготовилась. Теперь самое время нарезать чеснок. Теперь в гречку отправляю чеснок, перемешиваю и блюдо готово. Такое элементарное блюдо, и при этом можно накормить всю семью. Конечно, рецепт гречки по-купечески – это всегда вкусно. Действительно, получился полноценный, вкуснейший ужин. И самое главное, что он занимает совсем немного времени. Всем, кому этот рецепт был полезен и понравился, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующих видео. Пока!